Приветики. Я сегодня отработал пятый день в своей ужасной работе. Нас сегодня мы сегодня официально открыли этот магазин. Я ужасно устал. Я сегодня первый раз ем за день. Жутко голодный. Жутко какой-то нервный, странный. В голове вообще бардак. А так все классно. Давно, ребята, я вас не видел. Всем привет. Сегодня от этого дня я получил кучу эмоций, кучу настроений от разных причем людей. Очень много разного народу. Очень все дико. Завтра мне, кстати, или точнее уже сегодня, к 9 часам снова ехать в гребаный европейский. Опять на работу. Очень на самом деле порадовала женщина, которая говорила, что живет 17 лет в Германии, да, у нее имеется акцент. Она мне много интересного рассказала и как-то мотивировала меня в жизни. Порадовала девушка Лена, которая с нами сегодня работала. Тоже какие-то мотивации я от нее получил. Все на самом деле круто, весело. Всем признательным. Особо признательным тем людям, которые, пока я работаю, не забывают меня, пишут мне, всячески звонят мне. Спасибо вам. Всех люблю, по всем скучаю. У меня уже мешки под глазами, в голове полный бардак. Я дико устал. Не знаю, что будет дальше. Возьмут ли меня в Michael Kors или останутся работать в самом же месте. Но в любом случае я к чему-то стремлюсь. Это плюс. А так, наверное, все. Всем удачи и спокойной ночи. Вообще пиздавка уже на самом деле. Я устал.